Блин, надеюсь, меня будет хоть немножко слышно, не только музыку моих соседей. Ну да пофиг. Короче, хочу какую-нибудь игрушечку я поиграть. Какую-нибудь стрёмную, да не очень. Например, у меня недопройденный Castle Crashers. Надо их немножечко погамать, охота. Чуть-чуть. Значит, вооружились геймпадом. И погнали. Да, у меня уже готово. А, бегемот, представляет, ебать, куда вебка делась? Стой, сука. У меня вебка пропала. Во. А так вот нормально будет, да? Наверное. Не уверен. Ебать, соседи совсем опухли. Игра. Игра. О. О. Игра играется. Так, надо, наверное, потише сделать, потому что, я так понял, меня слышно совсем никак. От слова полностью никак. Настройки. Настройки. Эффекты, речь. А тут есть речь, кстати, я вот что-то не помню насчет речи. Насчет речи очень сомнительно. Скорее, какие-то звуки они знают. Прям как я. Так. Оленята. Что это такое? Варвар. Что это такое? Что это? Мой розовый. Естественно, за розового буду играть. А как иначе? Что это такое? Ебать. Нажмите Y. Нажмите Х, нажмите Б, нажмите. Чё? Бум. 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 А не надо мне попадаться к ним? А я откуда знал? Вы, блядь, не объяснили так, что... Я все понял. 10 секунд. Наверное, это что-то типа выживания, да? Понятно, 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 понятно. Спасибо, я не хочу этим заниматься не сейчас. Мне бы основную сюжетную кампанию пройти. Остальное не важно. Castle Crashers. Castle Crashers. Вот за этого чувака хочу играть. За розовую нишу. Естественно. Бля, хуй так темно, ёпты. Чё так темно? Может, свет включить? Да будет так. Так, где я остановился? Я, по-моему, тут все я сделал, да? Ну тут невозможно не все сделать, да? Я так помню. Маленько, уже давно не играл. Да-да-да. Давай, 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 вот сюда. Вот. Что-то там с пришельцами я запоролся. Запоролся. Это что за мартышка? И вообще, как играть, кто-нибудь помнит? У меня 5 аптечек, один бургер, 5 бургеров, лук, лопата. Как играть? Тиже, пассатижи, лопата. Б. А, лопата. Яблоко. Это не ломается. Как играть? Магия. Ух ты, ебать. Сука! Сука, да блин. А, кто умер? Да что происходит? Как играть? На. Все? Сейчас я вспомню, как играть. Не, скорпионы, что они делают? Так, золото. Клад. Всех их соберем. Бананчики. Бананчики, да, я всегда знал, что бананчики под землей растут. А, отпусти меня. Так, еще какой-то червь вылезет отсюда, 100 пудов. Бля, буду червь вылезет. Опа, вот он. Не плюйся. Ах, Тунга, это что вообще такое за дрожь земли? Да, хорош. Я такого не помню. Меня к такому не готовили.
Да умри ты. Так. На, радуга тебя. Да ушатает тебя моя радуга. Да офигеть. Ау. Больно, чё? Слышь, помягче будь. Помягче. Так, дайте что-нибудь пожрать, пожалуйста. Склад нужен для того, чтобы жрать. Ау. Еда. Йоу. Привет. Влазь давай. Давай драться по-нормальному. Спасибо. На, по щам. Так, а, у меня еще Y есть, сильная атака. Б копать. Копай, копатель. Так. Еще парочку уродов. Аус. Собака. Так, все? Вы повержены. Сдохни. Что-то смогут тут, пацаны. У меня такое чувство, что они ваншотят. Но это не точно. Эти скорпионы. Они как будто... Для этого нужны. О, господи. Только не говорите, что соседи засверлили. Музыка заиграла. Засверлили, заработали. Господи, за что мне это? На, радуги. Сука. Больно? Это больно. Дай. Дай ударю. На. Спасибо. Умри. Там музыка играет, там сверлят, кошмар. У нас сегодня же воскресенье, точно. Че это сапог? Он ничего не дает, это просто сапог. Господи Иисусе, они реально застучали. Ты кто такой? Застучали. Ау, это не я горю? Сложно. Сложно. Ай, сложно. ТП с ТП паря. Они умерли? Слушайте, вы умрете? Пожалуйста. Воу. Не в того. Вот того. Да. Что это? Нафиг не монетка. В твоей жизни. Б. Ой. Б. Может луком пользоваться? На нах. Блять, левелапа я не видел. Нафиг я тогда лекарство съел. Ау, как боль. Ауч. Невозможно. Невозможно уворачиваться от всего и вся. Ах, тунг! Блин. Ауч! Парни! Я знаю, что эта игра как бы рассчитана на четверых. Но я играю один. Милосердие! Проявите. Все? Я победил. Ура. Фу, однако сложно. Я только начал. Я считаю, что пришельца не дошел. Знаете, вообще можно было сохранить меня и у пришельцев. Блять. А может я не тот уровень просто начал? Да ладно. Качаемся тут пока. Такая разминчика. Сейчас пришельцы будут. Сейчас все будет. Жираф. Не, я с мартышкой. А что мартышка делает, кстати? Она что-то там увеличивает. Вещи. Вероятность. Ух ты! What the fuck? Это что за пирамида там летает? Пришельцы? Шансы. Дание вещей. Тихо, скоробей. Кто бы, кем бы вы не были. Ах, тунга! А что жираф делает вот? Мать твою.
откроем. Ты еще жив? Ау, я был лопатой ушатая. У меня... Лопата. What the fuck? У меня такое чувство, что у меня все геймпады переломались. Я почему-то так, такое подозрение легкое присутствует. Но один геймпад точно сломался, нужен новый уже. Этот геймпад тоже, мне кажется, недолго проживет. Иди сюда. Что делать надо? Кого убить? А, ну. О. Монетки, золото. Ух ты, камни. Так, ой. Ой. Сорян. Кидай эту казну. Изи. Изи-каточка. Так, у меня щит, которым я не пользуюсь ровно никогда. Еще один. Господи. Яры-яры. Хорошо, что они умирают почти с одного удара. Слышь? Дай еду. Ну, спасибо за золото, еще лучше. Ау! Я так и думал. Слушайте, неприятно. А если я? Что такое? О, большой, большой босс. Ну, давай, забери меня с собой. Забери меня с собой. Давай, забирай, я уже готов. И мартышку мне тоже, да, обязательно. Без мартышки я не пойду никуда. Опа. Так, как играть? Лук. Пил, пил, пил. Тут у нас разработчики, значит, в капсулах находятся, и больше ничего. 23 уровень, тем не менее, я накачался, я не могу пройти это место. Давай. Они реально с одного удара умирают? Такое... Сейчас их будет дохера и больше, очень дохера и больше. О, мрази! Ау, как с вами вообще бороться? Ау, ау, ау! Это не круто, пацаны! Завязывайте! Надо было барашка брать! Ау! Барашек в этом деле лучше справляется, как раз много! Барашка мне помог! Я так думаю. Но это не точно. Деньги. Мани, мани, мани. Ай, сидим мы под грибами. Выпустите. Я вообще, когда первый раз играл, думал, что тут они бесконечно респаунятся. Нет, конец им есть. На самом деле, просто надо всех переубивать. Хорошо, что они дамажат совсем никак. А то бы мне бы жопа была точно. Ау. 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 Дайте встать. Ау. Чуваки, пожалуйста. Умрите. Пришельцы. Так это средневековье. Какие нафиг пришельцы? Нокаутировал его прям в воздухе. Как и комбо-брейкер. Или комбо-килл. Блять, боль. Тых-тых-тых. Прям по щиту. На собака. Все. Это последний. На. Умри. Умри в огне моей ненависти. Сейчас будет неожиданный сюжетный поворот. И миссия на время. Что мы, блять, очень любим. Миссия на время. Это вообще моя любимая, блять. Миссия на время. Тот, кто придумал, изобрел вообще миссии на время. Прикольно. Идиот, блядь, выпустите, суп. Беги. Беги, скотина. Ай, да нахуй. Она еще током бьет, я же не знал. Пожалуйста, выпустите. Спасибо. Тра-ра-ра. Индустра. Давай.
Ах, Тунг, некогда. Нет времени объяснять. Давай, 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 щенок. Нет времени объяснять. 13, 11, 10. Фу, на этот раз я справился. У меня даже в запасе время осталось. Слава богу. Я думал, я уже никогда не пройду этот момент. Так, о. Емать, лава. И что это, жираф? Верблюд? Жираф, блин. Верблюд. Я думал, лама. Сука. Это верблюд сраный. Дай сюда. Оставь животное в покое. Что это за нах вообще? Ну, граната возьми. Как плеваться? На, захаркни. Колебле. Бе-бе-бе. Замечательно. Геймплей, блять, которого мы все ждали. Блин, по-моему, геймпад слишком шумный. Ау! Не плюйся, блин. И вообще умри. Так. Ты как бы не делаешь мне жить проще. Не помогу. Всех порву! Блин, плеваться, конечно, круто. Обожаю плеваться. Бе. Че это за торнадо? Они умеют так делать еще? Я не знал. Или не помню. Или не знал, скорее всего. А, можно их просто таранить. Можно просто так бегать. Их таранить. И ничего не надо жать даже. Ел. Я попал. Так, по-моему, был не слишком. А сколько у дамага нанес? Один. И одна единица урона. Так, я буду их вечность. За плевок это 4 дается. В принципе, одной единицы урона хватает на скорпионов, чтобы сдохнуть. Слишком много у вас тут скорпионов, чуваки. Пришельцев слишком много и скорпионов еще больше. Не находите, что это было? Ты что, пернул, что ли? Успокойся. Нах. На, я тебя харкай на него, пока он дохлый. Да, и единицы урона хватает скорпиона, чтобы подохнуть. Это круто. Всем будем наносить единицу урона, а не рано. Прям как в жизни. Давай, 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 подыхай. Не надо еще бомбочками кидать, на лучше. На. В лицо тебе. Где? Ауч, погорел. Ау, пустите. Суки, мое, моя игрушка. Кыш. Ау. Дай сюда, животное. На. 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 3 единицы урона что-то стал наносить. А было 4, я видел. Я даже не знаю, что качать. Теперь минус 20 уровня. За каждый уровень дают 1 единицу прокачки. Это очень по-еврейски. Потому что раньше давали 2. Теперь дают 1 единицу прокачки. Я плачу. Давай. Чекай, мать, что это за пудель? Что это у него за шмопс? С чем он бегает? Я обратил внимание только на животное. Не смог понять, что это. И больше ничего не увидел. И вообще... Когда это закончится уже? Что-то слишком много скорпионов. Зыбучих песков. И пустыни, бескрайние, холодные пустыни. Холодные. Холодные, блядь, пустыни. Дай сюда. Что это такое? Сосиска? What the fuck? 21 урон наносит. Ну давай с этой побегаем, сосиской пока. И что это за лидер? Без понятия. I don't know. Чекаты какой-то подозрительный, нет? Копай. Ну копай, там где-то крестик был. Лама, уйди. Буду называть тебя ламой. Хоть ты не есть. Ауч. Ты должно было меня ваншотить. Сколько сейчас у меня? 23 единицы урона. Давай я тогда ставим в жопу сосиску. Чуваки. Мне кажется, я сейчас четвертый откопаю. Ау.
Нет, ну почти. Маленький такой, четвертый. Вот что за нос. Носы какие-то огромные. Так, так. Так, вот, прикольно. Прикольно у вас тут, однако, пацаны. Прям как дома. Воу-в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 оу. Релакс. Лови пингвина. А, лови пингвина. Свину. Свина-пингвина. Фак. Больно же. Ты чё делаешь? Сукин сын. Дай беги. Да не туда. Убей его. Пожалуйста. А, обезьяна, убей его. Он большой и страшный. Ух ты. Что-то я забыл. Ай, еще больше чувак вылез. То, что Y тоже. Еще больше чуваков. Ах ты, мана кончилась. Страшные они какие-то. Злые. Ауч, я так помру. Это коты, там какие-то коты за окном. Сукин кот. Нельзя помирать. Нельзя помирать, ага. Кушай. Я еще так молод, чтобы помирать. А ты в какую сторону плюхаешься радугой? Надо зачем больших бугаев убить? А, они меня ловят в прыжке, я прям в прыжке ловят. Ну вообще пофиг. Ау. Еще с шипами. Айфон, на руке шипы. Смотрите, я уже два уровня поднял, никак пройти не могу это говно. Ой, блин. Тихо. Прям в землю. Она пролетела мимо. Прямо мимо, сука. Ура. Тут что в жизни там? Умер. Спасибо за яблоко. Дай коты, пожалуйста. Хочу коты. Коты хочу. Несите коты. Кто-нибудь. Вот эта лопатка. Можете копать коты? Кар. О, щет, мать твою. Ауч. Успокойте его, успокойтесь. Помонитесь, парни. Ау, прям зажал. На пингвин тебе в лицо. Да сука. Умри, есть. Монетка, монетка, дай пожрать еще. Ох ты.
сраные лучники. Вы надеюсь не будете крутиться как акробаты? Давай, 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 я тебя бы еще видел, где ты там? Есть еда. А он не поворачивается. Когда он под щитом, он не поворачивается, он назад стоит. Это плохо. Плохой геймдизайн. Так. Я ничего не вижу. Я ничего не вижу, пацаны. Пойдемте отойдем. Давайте отойдем. Бля, дайте отойти. О, я вижу, где копать можно. Я так помру. Блять, до пенсии ты живу. Что происходит? Номер? Слава ежа. Б-б-б-б-б-б-б. Еще какая-то штука. Блин, писали бы характеристики. Ну вот как бы пишу. А это что? +3, +3, -1. Давай это оставим. Я не понимаю, что это значит для меня. Это какие-то просто сухие цифры. Да, они так умеют. По-моему, дамага меньше стоит. Или больше. Я не уверен. Потом надо будет еще покупать еду, воду, чтобы не помереть. Что, длинная какая-то миссия, нет? Никто не считает так. Опа. А вот и босс. О-оу. Что делать? Что надо? Ск... Что делать? Да блин, я бы еще понимал в этом 2D мире, что как играть в это говно. На нахуй. Сука. Угу. Очко. На тебе. Сука. Очко, очко. Мне. Бля. Какой. Педальный. Я победил? Я уже победил. Ура, спасибо за карту. А можно их убить? Я хочу их убить. Пожалуйста. Все. Прикольно. Новый персонаж. Инопланетянин какой-то, мать его. Какой-то. У меня целых 2 очка за 2 уровня. Я могу прокачать одну броню. Угу. Магия или сила? Магия или сила или ловкость? Так все аппетитно выглядит. Давай магию. Давай магию. Да? Да. Карта. Че? Ёй мать, что это за жираф? О, верблюд такой. На 4 ногах с хвостом. Куда теперь? О, сюда. Мне типа путь новый открылся. Так, я хочу в магазин. Пошопиться. Да. Купил.
Бомбы. Никогда не пользовался бомбами. Вообще не знаю, что это такое. Господи. Пр, а оружие поменять нет? Не стоит? Даже не знаю. Я вообще без понятия. Так, оружие это... здесь. Как это? А как стрелять им? Никак? Оно не стреляет? Я думал, что оно стреляет. Первоуровневое что-то. Первоуровневое. Десятоуровневое. Сюда меч, сосиска. Электричеством бьет. Палка. Сосиска. 15 уровень. 15 уровень. Вот такой есть. Ладно. Минус 2 защита, плюс 6 ловкость, минус 2 сила. Минус 3. Это уже для качков. Сорян. Слишком много вот этого пустого места. Мне кажется, я пропускаю кучу оружия какого-то. Мне кажется, вся эта стена должна забита быть оружием. Тут через раз попадается. Может, тебе обезьяну поменять? Нет? Не думаешь? Нет, оставлю пока обезьянку. Пусть обезьяна будет. Хоть она и стрёмная, но... плюшки вроде дают ничего так. Но это не точно. Так, это что-то творить. Мне нужен хлебушек, да? Мне должен хлебушек съесть. Нет? Что надо? Я думал, надо хлеб съесть. А что делать? Затопленный храм. Я только зря хлебушек потратил. Можно фармить деньги. А как туда попасть? Никак? Или пока никак? Ну а хрен его знает. Окей, пойдем сюда. Ой, щет. Парни. Раздано. Ай! Остановитесь. Чуваки, я за вас. Да, помогите мне пиздить скелетов. Пожалуйста. Ну, деньги все мне. За помощь. Ух ты. Вылезают из могилы. Это не ломается? Ломается. Почему нет? Оу, щит. Странные трупаки. Пожалуйста. Что, они сами разберутся с нами с меня? А экспорт так будет зарабатывать? Никак. Так, что это такое? Мне некогда разбираться с оружием. Так. Плюс 3, плюс 5. Пу. Пофиг, пока с этим схожу. А почему отсюда никто не ушел? М? По-моему, соседи музыка прекратили. Это хорошо. Минус, я проголодался.
Они лазят только, когда я ломаю их на гребе. Да, наверное, им это не нравится. Может, того чувака запиздили тоже, потому что он разрушил их надгробие? Может, это вообще эти расхитители гробниц? Кстати, я так и не нашел новых животных еще до сих пор. Я хочу новую зверюшку. Полезную, желательно. Я так долго буду все камни ломать. Но мне же интересно, а вдруг там какая-то плюшка? Вдруг там животное? Скелетроид какой-нибудь. Ой, какой маленький. Он мне все с оружием влазит. Мне так падает с одного удара, еще сопротивляются. Че это такое? 3-3-1. Плюс одна сила. Он типа сильный. Нет, да только. Ну, прикольно. Прикольно, прикольно, прикольно. Окей. Чуваки, все еще со мной, да? О, опять ты. Я сколько. Мне кажется, супер зомби выглядит. Нет? Накаркал. Зомби, мать их. А чё, мои парни уже померли? Ну это, блин, надолго это осталось. Я так заметил ещё, кстати, за мясо в этой игре. Ау. Если съедаешь мясо, ау, дают больше жизни, чем за фрукты и овощи. Все? Лучше пожрать дали. Чуваки, вы помните. Это что еще за говно? Че, какие-то зеленые понабежали. Гринпис, что ли? Ну хорош. Че за они засветили, парни? Блять, точно Гринпис. Сука. Я ж пошутил, я шучу. Чё, правда что ли? Ах, Тунга. А если ты не светишься больше зеленым, ты не будешь меня пиздить травушкой? Желательно. Друг. Друзья, вставайте. Поднимайтесь с колена. Что там даже ничего нету? И войти нельзя. Что, правда, вот так вот даже. Привет. Не нашел крестик. Ау. Мана кончилась. Ну не хватает маны. Так, иди отсюда. Иди отсюда. Умер. Фиг убьешь так. Просто. Ну что-то холодно. Ой, аж сердце остановилось. Еще что-то. Это что за подсвечник? Так. Поджигает их. Ну вот такое. Че, эльфы недоразвитые? Эльфами себя возомнили, что ли, я не понял. А? Парень. Малыш. Все? Ура. Я умираю. Ну, у меня, блин, на 5 всегда жизни нету. Зато я почти на грани нового уровня. На грани. Это что за твою мать? Ебака, опять вылезал. Иди, чувак, тебя уже убивал. Там жаба какая-то ссаная. Надо, наверное, черную ебаку сначала грохнуть. А вот и уровень.
Ну-ка, умри. Быстро. Каски, ты упадает. Можно я просто с черными ебаками драться, нежели с этими рыцарями? С ними как-то попроще. Они слабенькие. Я люблю бить слабых только. Прям как в жизни. Все, умер. Спасибо. Че еще? Я зря, да? Сюда надо будет больше ставить. Сюда. Бананчик. О, еще один мой парень уж помогать. Только не умирай быстро. Они тоже могут магию зато эти зеленые. Это не есть хорошо. Для меня, естественно. Не, маги так круто, но... Никогда ты с кем-то держишься, кто может ноги. Ух ты, какой огромный колхозник. Крестьянин. Ванамас, что ли? Что тут про ванамас? Смотри, реально как-то ванамас. Батя, блядь, вышел. Сука, на эльфов поохотится. Хули вы моих школьников убежаете? Подписчиков моих. Ну, трогай, батя, блядь, решает. Дай банан. Как ты с собой банан вообще носишь? Ублюдок, мать твою. Улитка. Что она делает? Расскажу тебе о животном. Мне надо сейчас написать. Что она делает? Улитка. Ускоряет меня или что? Погодите. Я замерз. Однако холодно. Вдруг стало неожиданно. Жрать охота. И вообще. Ничего не охота. Так что, я с улиткой пойду? Пошли с улиткой. Пробуем. Я не знаю, что она делает. Может, она замедляет врагов будет. В принципе, это неплохо. Главное, чтобы меня не смогли. Блин, улитка такая стереотипная животное. Медленная. О, кукурузное поле. Только, блин, я думал, прям в кукурузном поле будем драться. Дети кукурузы. Оу, щет. Это я зря, блядь, про кукурузу, да? А где мои парни? Разве не должны все вместе сражаться? Парни, вы будете помогать? Вообще-то это ваш огород. Откуда она вылезет? А, че это? О, это еда! Это еда? Может, надо этот мидин сюда? Пока что этот босс не представляет никакой угрозы. Ау! Но умирать он тоже не хочет, например, от лупа он умирает. Да, это восстанавливает здоровье. Вот так он раскрутился. Попкорн. Прикольно. Тихо, ты куда? Еще как вылезет. Блин, я вспомню, я там что-то не откопал, да? Я увидел крестик и не откопал, забыл про него. Ау. Что-то он не хочет умирать. Нифига ты. Мутант. Кукурузный. Где?
Ты вообще чувствуешь дамаг? Охота мне к нему попашная вещь. Наверное, придется в рукопашную к нему лезть. Вот так вот. Да, его бить. А! Это мне дамаг ты нанес. Давай сюда. Он, кстати, похудел. Я так смотрю на него. Скоро из него. Где он не изменился? Мне кажется, он выглядел лучше. Ау! Чем вы кормите свои овощи? Ау! Что они вырастают вот с такими мутантами? И влази давай. Чуваки, вы упали, либо что ли? Жопа какая-то. Ау. На тебе. Я не могу ее взять. Ааа. Больше потерял, чем взял. Лази. Лази. Пиздю. Лази. Что-то он не хочет умирать особо. Не торопится, я смотрю. Босс-то ни о чем. Но и умирать он не хочет. Где? Только не подо мной. Ох, накормил я себя. А, он промазал. Сюда. Ай, не сюда, а туда. А, хорош. Парень. Давай еще. Да, он худеет потихонечку. Я его почти уже уделал. Если он, конечно... Даст не стать. По-моему, он обиделся. Дай встать. Дай встать. Да, сука, дай встать. Ну, пожалуйста. Жесткий парень. Никакого шанса. Я не хочу умирать. О, попа. Он просто не дает встать. Успокойся. Ты хорош, ты кукуруза. What the fuck, дай убить тебя. Ты дай умри. Он не хочет умирать, ты прикинь. Ё-моё. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу.
Блять, я сдохнул. Сука, вот заставил меня съесть бутерброд, ублюдок. Пидор. Просто заставил съесть бутер. Вот просто силой. И хрен ли ты стоял все это время, чувак? Мог бы помочь мне. Дай сюда рог, свой говно. Козёл. Кто твой огород? Решай свои проблемы сам, пожалуйста. Козёл. Вот. Крестьяне. Круто, круто. Одно очко. Куда его вкидывать? А фиг его знает, все бесполезно. Новая магия. Жизни хорошо, сила хорошо. Давай силу. Силушку богатырскую качать будем. Так, а вот новая арена. Магазин, что у тебя есть, блядь? Свин. Хрюша делает так, чтобы еда давала тебе больше здоровья. Не, ну хрюшу-то купить надо. Че улитка делает? Тинс монет, здорово. Етить, колотить. Че за экскалибур я взял? Ты кто? Окей. Мне интересно, что улитка делает. Неужели я должен реально вот так вот это все делать? Бежать туда-сюда. А, вернуться домой есть кнопка. Так, улитка. Что делает улитка? Стопэ. Мне кажется, я пропустил где-то животного. Увеличивает защиту, но сильно снижает ловкость. Увеличивает защиту, но снижает ловкость. О, быстрее достигать новых уровней. Помогает жирафик. Еда, больше здоровья, жаба, черепах. Мне кажется, я где-то пропустил животных. Хе, мать, кот упоротый, сука. Он как бы смотрит на обезьяну и такой, ебать, что ты такое. А вот это можно сломать? Наверное, бутер надо съесть, чтобы это сломать. Но это не точно. Или это вообще невозможно сломать никак. Сука, блядь, сука, пидор. Жираф помогает достигать новых уровней быстрее. Ну, давай жирафа оставим. I don't know. Надо купить бутеры. А где можно купить бутеры? А у кого можно купить бутеры? У вас, сэр, можно купить бутерброд? Спасибо. Да, очень холодно у вас. Однако, холодный прием. Блин, здесь хочу бутер какой-нибудь сейчас бы. Было бы неплохо. Так. Значит, я получил свой сраный рог. И мне осталось еще какой-то бумеранг поймать. И игра, в принципе, пройдена, наверное. Я не уверен. В игре уже пора заканчиваться. Монетка. Дуй в рог. Как дуть? О! Я вдул. Оу, щет. Тут нужен водяной. Животное. Водяное. А сколько ты быстрее жираф помогаешь мне достигать новых уровней? Расти.
чувствую себя как рыба в воде. Чё пиздишь? Умирай. Давай, давай, давай. Мне не надо вот пузырьки свои пускать. Ау, ты ранил. Ау, ты еще раз ранил. Ау, да успокойся. Да ты что, гашеный какой? Что ты делаешь? Не рыгай. Это неприлично. Дай сюда что-нибудь типа жизни. Спасибо. Но я буду 3 года идти по этой воде. Много, парни. Все, остановились. Будем прыжками передвигаться. По-моему, так быстрее. Можно срубить? Нет, не срубиться. Да. Вот это рыба. Рыба жмет руку. Кто это, динозавр? Чермандарук какому-то. Опять вода. Да господи, это водяные уровни. Ненавижу водяные уровни. Как-то особо и пофиг на мою радугу, я смотрю. Камбушечки пошли, камбушечки. Все? Прыг, прыг, прыг. Парень, почему ты закаменел? Ты тоже. О, еда. Еда восстанавливает. Мясо восстанавливает полностью здоровье. А вот яблочко не полное. Это что за Нео там? А, это крем писается опять. Фак. О, фак, я новый уровень. Уже. Зря мясо идет только. Что он делает этим? Ты пытаешься сделать? Ау. Травить меня хочешь? Тебе наоборот рыба пожимает руку Чермандеру. Прикольно. Ха-ха-ха-ха-ха. Хер тебе. Блин, реально рыба на тарелочке. Опа, пика. Ну такое, не очень. А второй ушел наверх. Приятно. Рыбочка, сейчас бы рыбки на тарелочке. Так, а тут что? Это просто лестница. Вот этого человека нельзя убить. И мать, туфельки. Погоди, зачем он туфельки в рыбу? Я не так быстро достигаю нового уровня, как мне бы хотелось. По-моему, лучше обезьяны ходить.
отравил меня все-таки, молодец. Ура. Блин, лучше бы рыбу давали, чтобы жизнь останавливалась. О! Лопата, дай кусок мяса. Не. Замечтался, это что за гордина? Гордина. Почему гордина? Не очень. Не очень. Ети же, пассатижи. Так вот чьи это туфельки. Вот это задница, а. Да ладно. Простите, не хотел. Я не хотел. Сорян. Хватай расческу, беги. Емать. Зачем тебе ботинок, женщина? Не-не-не-не. Я теперь понял, почему все камни. Зеленые. Гринпис. Я тоже люблю Гринпис. Она не такая сильная, я ее в маге пару раз ушатал. А, она отступает. Че ты отступаешь, мать? Ой, ебать. Я же пошутил. А она меня замурует камень в любом случае, если я даже не отвернусь, в смысле. Она меня замурует камень. Не-не-не-не-не-не-не. Это такое плохое предчувствие, что уж. Подходите. Тихо, тихо. А, мне что, ману что ли высасывать? Или как? Что-то происходит явно. Я не хочу объяснять, что... Ух ты, змейки. А, она так может. А, я травлен. Я травлен, я травлен. Змеи пошли, змеи какие-то сраные. Не-не-не. Не-не-не. Да? Ай-яй-яй. Пути меня, пути. На, луха. Аллах Акбар. Красивая, красивая, отстань. Ну, только вот сапожек не очень подходит. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Сраные боссы. Кто же вас придумал? А-а-а. Не. Не. Не-не-не-не. Нет. Не хочу. По-моему, я тяжелею. Ай, ну что-то со мной явно происходит. Ну, как-то прыгать стал мне. Ау. Ау. Простите. Никакого уважения к рыцарям. Что вы против розового имеете, мадам? Я осталось... ХП. Сука. Женщина, успокойся. Ага. Не хочу выяснять, что это делает. Что у вас много змейки. Пыш. Ага. А я закаменелый. Я все-таки да посмотрел, да? Ну ладно, один раз считается. Как-то ты меня зажала, знаешь?
Какие посраки! Вот пока никто не видит. Да, каменей. Фух, какая красота. Красота, ёб твою мать, красотища какая. Я победил. Все, можно их убить? О, давай с этим ухожу. Он будет замораживать. Окаменеть. Все будут окаменелые просто от моего оружия. Так. Чё надо? Силу богатырскую надо. Когда эта игра закончится уже? Где конец? Статистика. Отлично, статистика. У меня сейчас не предмет нужен, да. У меня уже в животе бурчит. Есть, хочу. Ладно. Сейчас игру пройду. Пойду есть. Чувствую, уже конец близок. Опять темные рыцарьки пошли. Ух ты! Ну-ка. Выкуси. Ау. Да не в ту сторону. Иди же. О, на пингвине. Блин, музыка как в Айзике прям. Прям один в один. Или в Айзике музыка как отсюда. Ну откуда-то кто-то у кого-то скопипастил. Это точно. Что-то они, знаете, не хотят умирать. А мне больно. Конец. Ну с мелкими попроще. А! Прям как в жизни с мелкими попроще. Ух ты. Ты умер? Да. Вы еще луну на меня скатите, он тут. Я помру. Если что-нибудь не предприму. Как с этими большими вообще бороться можно? Я не понимаю. С ними бороться, он не дает к себе подойти. Умер? Монетка. Ах ты жирный ублюдок. Я тебя стрелами закидаю. Есть. Не подходи ко мне. Да, долго так с ним бороться, конечно. Ух ты! Фига себе, он стал. С двух ударов мне пол хп снес. С двух, сука, ударов, блядь. Критом, причем один из которых. Офигенно. А! Что-то какие-то жесткие парни. Блин, вообще соображайте, что творить.
Ну ладно, с мелкими можно драться. А вот с этими большими бугаями невозможно. И они реально делают мне очень больно. Гриб. Яблоко. Нет, нет, нет. Убью всех и каждого. Я светорыцарь. Мать твою. Что, они бесконечные? Больно. Больно. Очень больно. Я чувствую, против больших надо все-таки кушать этот хлебушек. Очень жестко как-то, парни, жестко. Помягче, пожалуйста. Фу, найс. Охуеть. Блять. Потому что ты не видишь статы. Три, три, один. Один, один, три. Банан. Это что за твою мать? Что за морозка? Хорош, хорош. А, эта игра, честно, утомляет очень сильно. Очень много приходится задавить на кнопочку. Прям очень много. Прям как в файтингах каких-то. Еще мне играть. Я спасу всех принцессок и королевств. Не сегодня, наверное. Хотят совсем. Прям вообще живучие падают. Ура! Фух! Еле-еле как выкарабкался. Сложно, сложно, на самом деле сложно. На самом деле сложно. Ау. Задача. Если с одним драться, то
по одному, если драться с каждым, то, в принципе, нормально. Да, это лучше, это прям вообще жесть. Все? Красивый. О, бр. Бр туда. О, я думал, скользить буду. Че такое? Ох, щет. С одной ужасной локации на другую. Ой, мать твою. Ой-ой-ой. Ой, они снежками кинулись. Так, давай, это последний уровень. Сегодня это невозможно, а то слишком много игры. Слишком большая. И клевая. Смотреть на свою полоску здоровья, потому что это не та игра, в которой типа краснеет экран и говорится, ты типа умираешь, чувак. Нет, тут надо и не смотреть. Тебе никто не скажет, что типа, плохо или неплохо. Просто смотри на полосочку. Или может выживешь. Все, я победил? Круто. Вы пилигримы. А, господи, как клёво. Же вас еще тут будет. Сколько я ваших братьев убью? Сколько надо еще убить? Чуваки, я кукурузу побеждал. Черную кляксу. Вы думаете, вы мне ровня? Кстати, это не расизм, если клякса черная. Так, падай, говно. Теперь я с вами поодиночке расправлюсь. Быстренько. Будете знать, как обращаться со светорыцарем. Уважение, мать твою. Видите, уважение. Тут на 15 суток. Сядете. Умирай. Спасибо. Монетка. Что снеговик? Надеюсь, не будет босса снеговика, что-нибудь типа такое. Снежные бабы. Жирафки не помнят? Может снять с него капюшон на тебя одеть? Он ему все равно больше не нужен. Оу, щет. Оу, щет. Заспамили. Чуваки, вы просто заспамили. Кидай в него что-нибудь. Бутер. Срочно. Срочно ману. Ману? Сильный смысл. Давай, давай. Он продолжает кидать снежком, мне пофиг, я яблоко ем. Сам же лесу снежу. Сука, блядь. Не смей трогать меня.
Маме пожалуйста. Ау. Чё хип? Плиз. Да еду. Их мне твои монеты. Угу. Ещё минус один. Ау. Неожиданно. Умер? Что-то темнеет и темнеет. Зима, что ли, на улице? Так, ты последний. Все твои братья уже померли. Спускайся. Давай подеремся. Давай разберемся. Хочешь отсюда? Рамки. Я прям как рыцарь. Как он? Как это радуга? Попробуй радугу. Стань радугой там. Не Скриллекс. Че они там живут? ММДМ с разноцветный, радужный. Как это называется? На С тоже. Не Скриллекс. Что на Сникерс? На радугу, короче. Я не помню, как это называется. Слово в голове крутится, не могу вспомнить. Попробуй радугу, стань радугой. Сука, радугу нахуй. Во имя радуги. Блять, только нормальные радуги, а не той, которые... Которые ненормальные, которые, блять, сука, испортили нахуй мою радугу. Во имя поняшек радуги. Так, я в какую-то деревню пришел. Тут вообще минерал. Парни вообще в магию могут. Ага. Сука, они реально сейчас меня заколдуют, зачаруют. Зачарованный. Ах, Тунг. Парни заебали драться уже. Я хочу допить еще побыстрее. Тут и так 5 лет плюс пенсионного возраста. Какие 2 дня до пенсии. На. Фаталити у меня будет. Фирменная от меня фаталити. А, это конфета. Ух, ебать, это что за твою мать? Сука. Ух, а это что за твою мать? О, там можно покопать. Хорош. Почему они своих не попадают? Почему именно в меня? Бейте своих тоже. И тогда. Это полезно. Я тем временем лапусь. Котик морской, миленький, пожалуйста, помоги мне. Котик родной, миленький, помоги. Мне пиздец. Я рыбу дам. Я с прошлого уровня рыбу принес. Там не больше. Если переживу это. Ущербное говно. Ну-ка. Ложись. Чухо, хорош. Ты завязывай. Я победил. Это же выжил. Это шок и трепет. Оружие. Е-мать, это что за лутка? Тихо, что он делает? Плюс 2, минус 1, плюс ловкость. Не, давай с этим говном. Е, котик миленький. А ты что такое вообще? Так. Только я подумал, что у соседей музыка прекратилась. Закончилась играть. Так я ее опять слышать начал. Опять использую рог. Это что за колбаса? Ух. Понял, не дурак. Еще на время сказали, пробежись тут, пробегись.
Пум-п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 ум. Колбасня реально с фасончиком. Все? Это было изи. Скользко, однако. О, принцесска, здорово. Ебаться, нет, бежим, ран. Прикольное отражение такое на льду. Ты заморозка, сюда, морозик. Тебе покажу, как принцессок воровать. Так, Чё слушать надо? Надо слушать внимательней. Прям по краешку идем. Далеко идти. Хадукин, нет? Чё он сделал? Щит. Ух ты. А, надо слушать реально. Ух ты. Понял, не враг. Ты тысяч. Лук. Хадукин. Блядь. Не было выстрела. Вот сейчас был Хадукин. Еще Хадукин один. Еще Хадукин один. А теперь стрелы и стрелы. Теперь Хадукин, стрелы. Хадукин. Стрелы. Ау. Недоростки. Блять, во имя Света Рыцарей. Я убью вас и вашего босса. Правлю вас, блядь, самые горячие страны этого мира. Будете загорать. Ну, вот вам наказание. И никакого мороженого. Нифига радуга лагает. Ну-ка, умер. Что-то вы как-то быстро сдохли, тройняшки. Ух, как темно стало. Где босс финальный? Давай его сюда. Давай, я его быстренько. Давай я тебя быстренько победю. Домой пойду. Че, сука. Давай драться по-мужски. Хуй. Давай. Похуй, еще куплю бутеров. Ел он. Чё-то он не особо хочет со мной играться. Я его ранил хоть? Ты в рукопашке не дерешься совсем? Ну, так мне лучше, нет? Ай. Простите. Ой, сосули какие-то пошли, ебать. Ты нахуй. Украйте. Неожиданно. Сосудней не хватало. Долго. Вот это еще бесит, то что вот такая вот хуйня, блядь, происходит, потому что когда ты типа сверху, чуть выше его, чуть ниже его, надо вот именно на одном уровне с ним стоять, чтобы его ранить. Сверху, чуть снизу, и ты все, и ты дома к ним проходит. А персонаж не может
ну, двигаться во время атаки. Так, половину я ему уже добрую почти снес. Почти. И даже не сейчас я ему снес половину. Сейчас я ему снесу половину. Вот, половину снес. Угу. Че ты ржешь? Ау, 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 ау. А сосули перестанут сегодня падать, нет? Я умру. Я умру, если сосуды не перестанут падать. Блин, как это зря. Это реально зря какой-то. С этими сосудами падающими. Меня именно. Причем не рандомно падающие, а именно, блядь, мне на обушку. Сосредоточенности на боссе. Не такой простой тип, как кажется. Ну, может, у каждого свой подход, и что у босса. А, прямо под себя. Ё, сука. Ух ты! Ебать! Это что за пулемет? Строчило! Угораешь. Как его победить? Только так. Хрен попал. Тиник. Он покойник, он покойник. Он покойник. Все, он покойник. Все, ты покойник. Сукин сын, есть. Мучайся, страдай. Финиш хим. Да, деньги на льду. Деньги на льду, деньги на льду. Исчезаю. Умираю. Сука. На. Иди сюда. Ой, умираю уже. Ёб твою мать, красотища какая. Открыта новая арена, все, я устал. Я не могу больше в это играть. Это пиздец. Я 3 уровня, что ли, получил? Мне аж 3 очка дали. Ну, сила, защита.
ловкость, да. О, щит. О, фак, май гуднес. Наверное, это последняя миссия. Звезды замка волшебника. Наверное, это последняя миссия. Я надеюсь. Я предполагаю. Но это не точно. Ну и все, я устал. Тут слишком много. Слишком сложно. Информация. Достижение, статистика оружия, статистика животных. Продолжить, выйти, да. Да, выход. Да, выпустите меня из этой игры. Все, я пошел есть. О, это слишком хорошая игра, я как-нибудь потом ее закончу. Она слишком клевая. Чтобы заканчивать ее прямо сейчас, надо стать на потом. Как-то так.